В Сыктывкаре проходит второй тур «Спортмастер» юниор-лиги по мини-футболу. В первый игровой день МФК Тюмени разгромил столичный ЦСКА 11-1. Хет-трик ворот армейцев загрузил Валерий Шеховцов. Дубли – Яков Суставов, Ярослав Крылысов и Владимир Рыночнов. Михаил Григорьев и Алексей Владимиров отличились по разу. Несмотря на такой успех, тюменцы остались на 7-м месте в турнирной таблице. Лидируют в ней «Газпром Югра» из Югорска и «Екатеринбургская Синара». Завершится тур 13 января. Всероссийский кубок Ярослава Мудрого по тэквондо версии ЭТФ состоялся в Ярославле. Победу в спаррингах в категории до 38 килограммов одержал тюменец Виктор Гирш. Лев Литвинов повторил его золотой результат, но только в формальном комплексе из 9 упражнений. Серебряные медали у Артема Ткачева, Андрея Савчука и Владислава Саранчина. Еще шестеро тюменцев добрались до бронзовых наград.